действия с инвентарем и выбрать одну из них. Всем привет, с вами Макс Гиндер. Продолжаем играть в Битву Империи. В предыдущей серии мы, собственно, не смогли нормально защитить. Куда ты побежал, Вася? Не смогли нормально защитить бункер, и сегодня будем до победного. Все. Давайте, парни, пытаться. Поторопитесь. Для начала давайте-ка сейчас все вот это вот трофейное соберем. Нам нужно будет каждое орудие у нас будет на счету, потому что народу прет очень много, и сами понимаете. Че это за этот такой? А, это типа бункеры они питают. Прикольно. Так, хлопчики. Давайте-ка мы с вами сейчас укрепим левый фланг. Так, а вы у нас пойдете вот сюда. Пулемет. Я думаю, тоже сюда поставим, потому что там дальше прут очень просто вообще большое количество людей. И с другого фланга тоже. Так, тут сидят. Что еще осталось? Остался еще пулемет. В бункере как раз. Так, НЖ. Опять не то. Блин, вот так надо было делать. Сразу все ставят. Не-не-не-не! А, черт, случайно нажал. Блин. Так, ребятушки, а где наши вторые-то инженеры? А, они тут, по-моему, да? Так. Не-не-не, стой, стой, блин. Так эти сюда не... А, слушайте, уносит, отлично вообще. Черт, а у них нету. А, пускай на центре стоят тогда. Так, я думаю, уже нет смысла мутить колючку. А вот эти ребятушки могут еще успеть. Так, ну попробуем сохранить, что ли. Они наступают! Левый фланг! Она сама сохраняет, что к тому же. Feuerzeug, wo die eisernen Kreuze wachsen.
Блин, что ж такое? А почему не ставится-то? Вот. Так, двое человек, блин, всех перечикали, охереть просто. Нужно в пулемет двое человек. Так, окей. Ну ты чё, Вась? Ты чё на колючку-то запрыгиваешь? Барань. Баранья отбивная, блин. Так, ну этих мы сделали даже очень даже неплохо. Вот хоть будет время отдышаться. Так, давай, братишка, забегай быстрее. Твою мать, скот. Ладно, пускай. Блять, вот. Deutschland unter alles. Ну чё, убить ли его не может, ёшкин кот? Сваливайте. Вот, бля, там пиздец у нас. Не, ну тут, блядь, без ручной корректировки вообще нихера ничего не сделаешь. Потому что это полный, блядь, ад. Где миномет-то? А вот он как сидит, все я понял. Получайте, ублюдки. Jetzt geht's ans Eingemachte.
Ich zeige euch, wo die eisernen Bolze wachsen. Что случилось? Блять, снарядов нету. Твою мать. Готинг, сэр, блин. А, пулемет давай. Да хер. Хер, блин, офигеть. Ну, давайте попробуем с ручной регулировкой, я не знаю. Будем постоянно долбить из миномета. И еще, мне кажется, будет целесообразным часть бойцов в резерв сныкать. Так, продолжаем. Окей, значит, давайте у нас тут в резерве будут сидеть... Что это такое? Ух, ни хрена себе. Так, ладно, но этим мы потом займемся. Дофига очень снарядов. Так, давайте-ка я сейчас буду прям руководить, потому что иначе это просто дохлый номер какой-то. Совсем другое дело, сами видите. По скоплению противника нужно так огонь вести. Сюда у нас даже снайпер есть, даже не знал об этом. Так, этих остановили, быстрее сейчас перегруппировку делаем. Кто пострадал? Бегом в миномет, блядь. Так, и уже начинаем фигарить этих ублюдков, иначе нам не выстоять опять. Так эти ублюдки уже сюда подводят свою херь. Как это их интересно, она не это, не коцает. Минометы имеют. Чё они не сдыхают-то, ёпта? У них чё, противогазы, что ли? Нет. Давай. Вот, началось, все отлично. Так, тут еще одна из главных проблем, это дома, которые они любят занимать. Хорош. Так, тут вот прут у нас какое-то большое количество людей. Надо сейчас только вот единственное, нужно стрелять навскидку, то есть успевать попадать, учитывая движение. Фига себе, у них тут ничего, как будто муравейник подожгли. Суки, дохните, твари. Ха-ха-ха.
Так, это стоит сохранить обязательно. Чего они не дохнут? А, они поджарили уже себя. Ох, ох, блин. Че он? А, он мертв? Нифига себе. Прикольно. Так, правый фланг, да-да-да-да-да. Кто? Минометный, давай. Точнее, нам же нужен газовый, быстрее газовый лучше, чем минометный, ёпт. Давай, браток, давай, заряжай. Огонь. Красота. Опять там, походу, действительно этот. Хотя, может быть, и растение горит, но я думаю, тут, скорее всего, сделали, что если там попадает снаряд в... Как его? В огнеметчика, то он может загореться. Так, быстрее. Блять. Блять, еще прут, сука, чё за пиздец-то такой? Вы чё, охуели совсем, блядь? Охуеть, не встать, блядь. Пиздец, блядь, ну как это... Хох, блять, хуёх, ёпты. Хер, я там укрытие себе поставил, блять, все. Ой, давайте перезагружать, пробовать по новой. Ну это... Просто пиздец. Такс. Нам сейчас побыстрее нужно, я думаю, газовый перекинуть, блять, они его не могут вытащить, да? Там они его вытащили, но тут это невозможно, да, блять? Мозги не надо мне ебать. Вот этих ублюдков надо, блять, в первую очередь гасить с огнеметами. Так, не, нахер, заново опять. Пиздец. Надо сейчас быстрее. Этих, да, этот, дофига. Да, блядь, сиди уж, ёб твою мать.
Давай, перезаряжайся нахер. А чё этот не подыхает? Он чё, блядь? Невосприимчив к газу, что ли? А, у него, наверное, противогазы, да? Газу восприимчивую, ну, блядь, снарядом хуй. Блядь, только... Ну кто-нибудь убьет его, блядь? Охуеть. А этого как убили, блядь? Сука, сосисочная, блядь. Иди сюда. Хух, блядь. В жопу тебе. Да все, опять он сейчас пришел. Это последний вот миномет, это все. Это... Горите, суки. Блять, давай. Загорелся, молодец. Блин, суки. Так, продолжаем. Игра вылетела, какую-то ошибку там выдала, в общем-то. Давайте сейчас мы с вами немножко перетянемся на левый фланг. Ну вот пулемет поставим. Охуеть, поставили. Опять не сделаем, что надо перезагружаться. Однозначно.
Этот первый автосейф вообще почему-то не работает. В общем, сегодня будем добивать эту сраную миссию. Это, конечно, ну, не знаю. Уверен, что на других уровнях сложностей тут проблем вообще никаких нет. Знаю, как сама работает артиллерия, на среднем и низком уровне сложности это просто ничего сложного. Так, нам сейчас срочно нужно два человека в этот пулемет сраный. Я бы даже их вот сюда вот поставил, чтобы они охраняли. Так, давай, давай, газовый, газовый, вертимся, вертимся, вертимся. Мне такой вопрос, кто разъебал наше укрепление, блядь? По этому флангу никто не атаковал. Кто их разъебал? Пулемет уже вынесли. Центр, центр. Ну почему он не сдох, блядь? Газ в метре от него, блядь. Вот почему пулемет не... Вот убил, блядь. И сам, да пиздец. Ну, блядь, ну это какая-то хуйня. Сука, ебаный гнетчик, блядь. Нахуй сос. Блять, ну вот начнем противогазное, не знаю. Давай, 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 давай. Так, газовый нахер. Ничего лучше газа тут нам не поможет. Нам поможет только газ. Ну кто его, блядь, выебал? Сука, кто? Пиздец. Ворошиловские стрелки, я охуеваю. Сука. Почти от... Блядь, мы сейчас сгорим нахер. Почти отбились. Врешь. Не сожгешь. Красивый был салют. Блять, нет, сука. Живы, нет, живы вроде. Левый, правый фланг, по центру. Да, блять, что ты говоришь, нахуй? Их ты не охуел? Спасибо, капитан Очевидность, блять. Это было сразу очевидно. Задание провально. А может вам нахуй пойти, а? Противник не собирался сдаваться без боя. Угу. Достигнув бункера Гибралтар, части корпуса... Охуевшие, Азак... блядь. Пиздец. Левый, правый центр, блядь. Давайте сзади еще, нахуй. Десант, блядь. К
которого в то время не было. Ну почему? Можно же придумать, заебись будет. Уровень сложности рядовой, блядь, два немца с лопатками. Уровень сложности офицер, блядь. 200 немецких дивизий. Ебут в жопу 40 британских солдат. Круто, блядь. Пиздец, просто пиздец, блядь. Я думал, сложнее Галлиполи миссии не будет. Нет. Это было, это были цветочки. Ну как он его, блядь, вынес? Больные ублюдки, блядь. Так, газовый сюда. Ну вертись быстрее, твою мать. Самое обидное, что я не могу, блядь, не могу этот пулемет утащить, то есть не миномет. Он самый ценный, но утащить я его никуда не могу. Потому что дебилы не могут его вытащить, блядь, наверх. Не могут нихуя. И никто им помочь не может в этом. Дойчланд, блядь, твой ебаный. Нахуеть. Вот они с этих пулеметов ручных стреляют, блядь, как нахуй у нас снайпера, блядь. Опять хуесос бежится. Опять же, такая вот тенденция. Одна миссия сложная, другая вообще говно. Одна миссия, вот я не знаю, как они это все делали. Обычно должно, ну как бы не должно, не знаю. Обычно по возрастающей идет.
Ладно, давайте просто проходить это все говно, ведь у нас получится. Буду сегодня сидеть до победного. Два часа, блядь, буду, значит, два часа сидеть. Мы не выстоим! Запомни, мы стоим до последнего вздоха! Охуенно, да? И его не убило. Круто, чё, блядь. Реализм. Ну, блядь, кстати, тогда немного не продержались-то. Нам чутка не хватило. Давайте, блядь, гоф, ёпта, и пиздуй сюда быстрее. Веди сюда своих зеленых, блядь, голубчиков. Мы тут уже, я не знаю, без рук, без ног сидим. Так, я сохранюсь, а то что-то как-то тут так все сложненько начало в плане производительности идти. Так, что там за крысёныш? Офигеть. На, получи говно. Заднеприводную. Так, давайте подсобим, ребятушки. Офигеть, тут жесть. Ладно, пускай они сами. Фу. Блин, сейчас бритяшки наши сгорят, ёпты. Так, этот не может этого дострелить никак. Он, наверное, тут и не жа... нет, жахает. Я не вижу просто, где, чего. А, вот он, ну, далеко, ладно. Не, все-таки давайте будем помогать, они не справятся, я думаю, одним. Сюда вот мы вернем. В домах много, надо из домов выкуривать их нахер. Еще надо будет разрушим нахер этот дом вонючий. Во, долой. Старые постройки. Может, они спереди, правда? О, неужели? Фу, подземелье ведьм, это точно, бля. Я сейчас сначала добью этих ублюдков, где они тут остались. В конце концов, немецкий натиск погиб. На смену уставшим защитникам прибыла дивизия, во главе с генералом Дивизия, который отличал солдат от прошедших ад, изможденные и ошеломленные. Казалось, что они придут. Это я сейчас буду тут, блин, по квартире брести. Во сне, блин. Врагов уничтожен. 371 единица живой силы, 3 единицы техники. Потери союза 48 живой, 1 техника. Давайте этих ублюдков просто добьем, кто тут не остался. Тут тот товарищ, который сидит за минометиком, это просто, я не знаю, супер-мега-герой. Посмотрите на него, он закрывается. Он, блин, всю битву он тут просидел. В итоге у нас из всех людей остался только вот один пехотинец, который сейчас будет вторым минометчиком. И, собственно, тот анзаковец, который на миномете сидел. Все. Жесть. Кто это спрятался у нас? Втихую. Наши у них тут бункер.
на века такой будет стоять. Это не бункер, это склеп, ё-моё. Все его отпетушили как надо. Куда побежал, гаденыш? Ублюдок. Пока я тебя не убью, я не закончу. Че там, плачешь, да, козел? На, получи. Нет, он еще жив. На, тварь. Подыхай, скотина. Фух, ну что ж, поздравляю вас и себя, то, что мы наконец прошли эту миссию, блин, да, было на самом деле непросто. И на самом деле уровень сложности прикурить дает. Ну я то, что там матерился, но это просто эффекты такого сложности уровня. Сейчас еще вот эти. Пускай все сдохнут нахер вообще. Ублюдки. Ну хера себе он нас это отбросил. Ну ладно, давайте на этом закончим. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Кому они стреляют, я не понимаю, кто там вообще? Там никого уже не осталось. Кто тут? Тут уже труп, а они уже трупы расчленяют своими выстрелами. Между прочим, снаряды не казенные. В общем-то, оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер, всем пока.